Здравствуйте, с вами магазинный установочный центр FrontCam на Hyundai Tucson третьего поколения. Установили головное устройство на базе Android в стиле Tesla от компании CanBox и камеру заднего вида. Планшет в вертикальном формате в стиле Tesla с диагональю экрана 9,7 дюймов. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. В данном мониторе есть физические кнопки для быстрого доступа к приложениям. Можно регулировать громкость, переключать треки. Адаптировались подсветки автомобиля. При включении габаритов автоматически уменьшается яркость и включается подсветка клавиш. Подсветку можно регулировать, ее цвет, она RGB. Яркость дисплея также можно регулировать вручную. При желании можно выключить экран. Магнитол на фоне будет работать, но экран будет выключен. Также адаптировали с кнопками на руле. Можно регулировать громкость, переключать треки, отвечать на звонки, переключаться между приложениями. Бардачок вывели дополнительные USB-порты и слот под сим-карту для раздачи интернета. Также раздать интернет вы сможете со своего мобильного устройства. Камера заднего вида включается автоматически при включении задней передачи. Она широким углом обзора и картинка с разрешением Full HD. Линии разметки можно регулировать. В магнитоле уже предустановлены самые популярные приложения: интернет-телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, CarLink, подключение Android Auto, либо CarPlay, Google Chrome, YouTube. Все остальные вы сможете скачать в Google Play Market. Также есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Также есть эквалайзер, вы сможете подстроить звук под свои предпочтения. Есть функция разделения экрана, можно одновременно запускать два приложения, например, YouTube и Яндекс.Навигатор. Видео с YouTube будет работать все в движении, без каких-либо ограничений. И также голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе будет работать. Все встает без щелей, без зазоров, и по проводке подключается разъем в разъем. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. И есть доставка по регионам с пост оплаты. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!